Друзья, всем привет! Сегодня праздник Крещения Господнего, так что всех поздравляем. Ну а мы вечером сняли и утром выкладываем. Вот такое сегодня будет. Вот это те товары, которые человек отказался. Вот это все новое, друзья. Показываем, чтобы вы не тратили время и включали в тех местах, если вас что-то заинтересует. Много хрусталя, много интересного, много стекла. Снова, друзья, это все сегодняшняя закупка, кроме подноса с раками. Вот, что-то там получилось, и человек обменял на другое. Так, вот это вот красная была, выставил, приехала синяя. Остальное все, друзья, сегодняшняя закупка. Сегодня прошлись по вазам и по стеклу, и немного вот такого чайного. Начинаем, друзья. Да, праздник, ну а мы работаем. Я думаю, все уже скупались утром и сели возле компьютеров, возле телевизоров и ждут какие там эксклюзивы. Да, прекрасный. 70 гривен, друзья. Вот такой недавно был. Смотрите, 50 гривен. Третий номер тоже 50 гривен. Вот такой. Тоже когда-то был вроде. Когда-то вроде был, так, тоже 50 гривен. Такой был утконос тоже. Так, вот шестой номер, такая сахарничка, барановка. Значит, вот этот был, человек купил, потом что-то там не захотел, и мы его найти не могли. Я думал, я его вытянул, а оказывается, я его не вытянул. У человека вот это вот нашел. Все-таки полез и нашел. Наталья просила. Вот такая сахарничка, видите, да, прекрасная, под ЛФЗ, под какого-то Мейсона. Ну, прекрасная, красивая, маленькая, небольшая, интересная. В коробочке. Бантик прилепили, и подарочек готов. Так, друзья, большие дырки. Видите, да? Вы помните эту мою такую не очень смешную шутку. Но Тернополь, да, почему-то они такое делали. Вот и маленький, да, с большой, этот с маленькой. Как-то вот непонятно. Так, это 50, это 100 гривен, друзья. Доливочник Тернополь. Может, это чайник большой? Не, доливочник, там дырочек нет. Ну, вчера женщина на такой чайник сказала, кофейничек может. Ну, хотя вот такой, наверное, кофейнички высокие. Так, вот такая сахарничка, 10 номер, барановка, 50 гривен. Кофейничек, 11 номер, то же самое, 50 гривен, барановка. Так, вот она, такая вазочка, 12 номер. Конфетничка маленькая, 180 гривен. Друзья, впервые попала. Смотрите, старинная бутылка для самогона. Я думаю, кто гонит, кто полюбляет этот напиток, кто без него жить не может, заткнуть початком, кочаном. И это будет такой эксклюзив на столе, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Смотрите, как оно, видите, да? Ну, видно сразу, что это старинное, друзья. Да, я не поискал, может, у нас и пробка есть. Но я думаю, если качанчиком заткнуть, это будет вообще эксклюзив, друзья, эксклюзив. Да, видите, ну прям видно вот эти все неровности там. Старина, друзья, старина. Так, вот такие два, смотрите, какой марганцовочный, наверное, цвет. Видите, здесь вот вырезанный.
По 70 гривен, друзья, у кого остались пробочки, у кого разбилось. Вот такое получается. Так, 100 гривен. Вот этот вот графинчик такой. Но пробочка здесь не родная. Но она подходит. Смотрите, видите, 100 гривен. 100 гривен такая, такая интересная получается форма. Ну, они на рынке по 70 гривен без, ну, без пробок. Без пробочек и уже все, никто ничего не уступает. Когда-то летом еще можно было купить, наверное, за 70 целый. Сейчас нет, сейчас пробка стоит. Так, смотрите, 110 номер. Почему дешево? Потому что здесь... вот искольчик, видите, на пробочке. Вот, я думаю, вам видно. Ну, кому, кого это не очень пугает. Да, вот такая интересная. Сейчас пробка где-то, наверное, 70 гривен стоит. Новая и, ну, целая. Вот такой наборчик 110 гривен. Вот, вот они одинаковые, но, видите, так получилось. 70 гривен, есть большие, больших у нас штук 5, наверное, такого цвета. Вот, без, это маленькие, друзья, это, ну, очень редко, когда вот такого размера, маленький получается. Кому нужно большие, тоже есть и без пробочек. Высокая, вот такая вазочка, 19 номер, 80 гривен, друзья, снизу ничего нет, ну, прекрасная такая, как вы понимаете, кто такой стиль любит, это для вас. Индия, друзья, Индия, 20 номер, высоченная, да, вон там что-то есть, что-то написано. Высоченная, смотрите, какая она, видите, сантиметров около 40, наверное. Прекраснейшая, 400 гривен. Так, вот, 90 гривен, друзья, смотрите, давайте посмотрим, ничего нет. С одной стороны рисунок, с двух сторон какие-то цветочки. Друзья, немного эксклюзива, смотрите, и не простого, а старинного, видите, да? Наверное, с какой-то бутылки кто-то взял, сделал вот такую красоту. Смотрите, вытянули ее, видите, да, 150 гривен, друзья. Впервые такое увидел. Да, может, кто-то пошутил, взял и растянул бутылочку. Ну, я думаю, поставить цветочек, и она украсит. Она не маленькая, смотрите, она высокая, сантиметров 30 с лишним, но прекрасная. Такого нет. Может, даже оно в одном экземпляре. Видите, как оно здесь вот так на бок. Какой-то стеклодув, наверное, взял, пошутил. Хотя снизу вот такое большое, смотрите, видите, значит, я не знаю, что это могло быть. Может, банка какая-то, ну, да, может, такое делали, все может быть. Так, друзья, старинная, маленькая, смотрите, 150 гривен. Видите, да? Вот такая вот уже, это уже коллекционная, как вы понимаете, вещь, небольшая, но прекрасная, 150 гривен, друзья, я забыл, как они называются, вот эти вазочки, вот это, вот смотрите, 250 гривен карамельная, то же самое, друзья, это уже коллекционные модели. Вот, цены нет, но сделано, как вы видите, да, прекрасно. Тем более, такой карамельный цвет, прекрасно. Видите, 250 и 150 гривен. Вот такие старинные красоты. Такое редко. Значит, в Днепре, я уже когда-то рассказывал, на рыночке есть такая точечка,
Там такие вот некоторые изделия есть, и карамельные. 700, 800, 1000 гривен, друзья. У нас, вы видите, да? У нас это все почти за даром. Так, вот такой карамельный кувшинчик. 150 гривен. Прекрасный. Такая, ну это что же, все это, друзья, СССР, все это эксклюзив, все это старина. Видите, прекрасный цвет. Так, кобальт. Цена, смотрите, 50 гривен. Из-за чего? Показываю. Вот в одном месте, видите, вот такая вот. Ну, что-то заводское, наверное. У нас такие есть еще. Две таких есть целые, не помню, по 120 вроде. Это 50, друзья. Такая вот, ну все с ней в порядке, только сверху там, видите, вот так вот. Как-то так. Так, вот тоже старина, смотрите, вырезано все. Здесь вот сверху все. Все порезано. Вот это в первый раз такое увидел, чтоб так кто-то сидел и резал. Такая высокая ваза, вот если сравнить с этой, да. Ну, эти, я думаю, все знают размеры. Высоченная ваза, 150 гривен, друзья, 27 номер. Прекрасный цвет, и вот эти цветочки. Какой-то шарм. Ну, прекрасно. Вот видите, вот так сдалека смотрится интересно. Так, вот. 100 гривен. 100 гривен. Значит, у нас таких маленьких есть несколько. 3, наверное, или 4 штучки. Но вот это красивое. Смотрите, какая расцветочка, видите, да? Вот они стоят. Видите, вон они маленькие, но... Это просто красивая. Цена одинаковая, но это просто красавица среди них. Да, бывает и такое. Мастер, видно, добавил. Мастер любил, видно, такой прекрасный цвет. Так, вот такая. Такие тоже есть и разные вроде бы. А может и нет, что-то я не вижу. Ну, как вы понимаете, у нас там стекла, две полки. Две полки стеклянных, и там уже надо скоро уже, наверное, делать видео. То мы в Италию поставляли, сейчас что-то Италия, видно, набралась. 120 гривен, 29 номер. Дарья, наверное, про нас забыла. Так, 120 гривен, 30 номер, друзья. Да, тоже прекрасная. Так, вот какая-то 130 гривен, 31 номер, интересная. Такие есть бокальчики, вот с такой штучкой ставят с боков. Это такая вазочка. 130 гривен, прекрасный цвет. 100 гривен, друзья. Таких у нас уже, наверное, штук 5 разных. Разных цветов, разных размеров. Вот, видите, это выше, это ниже. Смотрите, насколько выше. 100-120. Какая-то она светлая. Ну, интересная, да, такие полосы кто-то придумал. Здесь вот такого цвета добавили. Да, мастер уже как хотел, так и лепил, как говорится. Так, еще вот такой цвет. 34-й, 100 гривен. Стекло тоже, оно постепенно уменьшается, бьется, скольчики. Так, вот такая, еще одна приехала, вон у нас одна стоит, видите, уже можно комплектик поставить с двух сторон. 80 гривен, друзья. Так, для кальяна вот такая громадина, 200 гривен, 36 номер. Громадина, прям сантиметров около 30 объем.
прекрасная. Ну, это где-то для какого-то заведения уже, наверное, чтобы там пыхтело человек 10 одновременно. Так, вот такая. 70 гривен, 37 номер. Видите, да? Тоже для кальянчика. Я думаю, многие там вечером сидят и пыхтят, как говорится. Так, 15 гривен, вот такая красота. Смотрите, 38 номер Будды, Made in USSR. Раз, два, три, семь штучек. 39-й, впервые попалась такая красота. Смотрите, наши подсолнухи. Наша маслица, как говорится, которая все уехала за рубеж. Будды. Ой, Будды, Барановка, друзья. Да, подсолнухи в первый раз. Так, стаканчики, вернее, кувшинчики. Ой, бокальчики, друзья. Только непонятно, почему они разного цвета. По 15 гривен таких есть и много-много. Так, 41-й, Хрусталеус, видите, да? Такая селёдочница прекрасная, 80 гривен. 42-й номер, карамельная, то же самое селёдочница. 43-й, вот такие штучки, может, надо еще две, и был бы такой круг. По 40 гривен, друзья. 44-й, смотрите, 170 гривен, видите, да, вот такая внеземная красота, как говорится. 45-й, 15 гривен, что там написано, 32 копейки, да, значит, даже и не знаю, что и сказать. 46-й, 30 гривен. Есть такие вроде хрустальные, это у нас стекло. 47-й, 15, видите, да? Так, 48-й, стекло, вот такие лучи какие-то, большое, 70 гривен, но ничего не написано. Ну, прекрасное, да? Смотрите, так вот что-то поставить. 49-й, высокая, 1 рубль 10 копеек, такая громадина стоила, у нас она 50 гривен. 50-й, друзья, вот эти мензурки такие, которые были в каждой советской семье или в каждой аптечке, 10 гривен, друзья, цену не приклеили. 51-й. Вот такая голубая мечта, 90 гривен, значит, что там, 66 копеек, да, как обычно, полюбляли 66 копеек. Вот такая прекрасная, 70 гривен, нарезка, все тут как полагается. 53-й. То же самое, 100 гривен, нарезки, видите, да, прекрасная. 54-я, впервые, друзья, такая попалась. Смотрите, она невысокая, но она интересная, какие-то вот такие, видите, да, выпуклости. Прекрасная, 90, да, да, 90 гривен. Так, переходим сюда. 55-й, друзья, карамелька, смотрите, какая прекрасная, 72 копейки. Да, друзья, бум на карамельку, карамелька заканчивается, и что мы будем делать дальше, когда всю ее вывезут за рубеж? Так что запасайтесь. Так, это уже было такое, да? Да, просто мы расставили, оно вот есть. Значит, это таких две штучки. 57-й, вот такой цветочек и 70 гривен. Видите, да, вот такая ножичка. Ну, настоящий, да, настоящий
красивый цветочек. Тройная. 58-й. Большая. Смотрите, какая громадина, друзья. 100 гривен. 59-й. Вот такая красавица. Такая красавица. 60 гривен. Ой, аккуратно надо. 60-й номер, 80 гривен. То же самое, друзья. Сегодня день хрусталя, как-то так получилось. Ребята постарались и наперли целую кучу. Так, получается, каждый день нам подносят вот такие вот красоты. Смотрите, 61-й номер, 50 гривен. Даже та девушка, которая у меня работает, говорит... очень удобная штучка. Вот эта квадратная. Ну, такая цена на рынке, друзья, 50 гривен. А у нас еще скидочка. Так, 62-й. Вот такая красавица. Смотрите, 70 гривен. Так, куда ее поставить? 63-й. Смотрите, выпуклости какие-то, видите, да? С выпуклостями 60 гривен. 64-й, даже 40 гривен, друзья. Что за цены для такой красоты? Так, вот она высокая, смотрите, высокая сверху. Сверху что там? Нет, нарезка, друзья. Я думал, матовость, это так вот сняли, как называется, фаску. Вот такая большая красота. 140 гривен, друзья. Ну, она высокая, видите, да? И красивая. 67-й. Давайте сейчас мы их в сторону отставим. 67-й. Вот такая невысокая. 60 гривен. Ну, толстенная и тяжеленная. Много сегодня вот таких всяких разных эксклюзивчиков. 68-й, смотрите, вот тоже такая, видите, 60 гривен. Тоже она невысокая. Но такого вот и всякого очень, очень редко. Обычно все стандартные формы. Так, 69-й. Да, сказал, обычно стандартные формы. Да, если взять девушку, обычно у всех стандартные формы, но есть исключение, что, как говорится, глаза лезут на лоб. Так, 69-й номер, 60 гривен. Так и здесь, друзья. Вот интересные такие маленькие, для чего там уже хозяюшка может придумать. Так, 70-й номер, 50 гривен, смотрите, тоже нарезочка. Нет, здесь, наверное, ну, отлитая нарезка, 50 гривен. Так, вот, освободил место для этой красоты, друзья. Смотрите, вы только посмотрите. Вот моя рука, беру крышку. Ох! Вы видите, да? Такое впервые. Такая громадина. И это ж, как оно называется, обливная, да? Это ж все, ну, как вы понимаете, да? Ну, такого я, конечно, не видел. Это, ну, смотрите, новенькое, видите, все простояло, пропылилось, как я говорю. Да, прекрасная, прекрасная такая красота. Давайте с другой стороны. Ну, как вы понимаете, рисуночек одинаковый. Да, должно стоить гривен 600, наверное, 700. Только надо знать, кому и куда предложить. 66-й номер. 71-й номер. Продолжаем немного хрусталя еще. 60 гривен, друзья. Такая вот красота. 72-й. Необычная. Смотрите, видите, да? Какая толщина, смотрите, пальчик мой, палец, видите, да? Ужасный, какой толстый, сантиметр, наверное. 70 гривен, друзья, квадратная форма такая интересная. Ну, как вы понимаете, это все, я даже,
могу сказать, что некоторые вещи, вот, которые я покупаю, там можно не досмотреть. Например, тарелки, там 12 штук. Человек покупает там 6 тарелок, можно даже какую-то и грязную послать. Я этого не исключаю. Так же самое и здесь, друзья, спешка и, ну, вроде как все, видите, блестит, вроде как все прекрасно. Так, вот что-то тоже в первый раз, 74-й, 50 гривен. Да, друзья, о, 90 копеек даже стоило, видите, такая громадина. Так, вот это что-то было, такое вроде, может, чуть-чуть цвет другой. 73-й, 50 гривен. Да, 66 копеек, друзья. Любили в советах такое число. Так, вот какой-то эксклюзивчик. Смотрите, видите, да, какой прекрасный. 76-й номер, 70 гривен. Цвет такой, друзья, впервые тоже. Какие-то вырезки, видите, да, что-то такое, кто-то приложил руку. 75-й. Такое вроде у нас где-то есть, и вроде бы, может, какой-то рисуночек не такой будет. Но 50 гривен, друзья, это наши знаменитые Будды, смотрите, низ, видите? Нетронутый, значит, пролежал, кто-то на него любовался. Так, друзья, вот он. Вот эта громадина, смотрите, такая цена мизерная, 750 гривен. Вот такие у него бивни громадные, смотрите, что здесь, видите, да, индийский слон. Столько у него всяких красот. Смотрите, чего, всяких браслетов, ой. Материал, друзья, полистон, это не гипс, да, какая покраска. Вот это красят и автомобильными красками, такая специальная технология. Весь, да, весь в браслетах, друзья, шикарный. Смотрите, даже и там и на лбу у него что-то висит, да, прекраснючий, как вы знаете, да, бивни обрезаются, чтобы не было острого, чтобы он не мог ничего поранить. Друзья, такая красота, как настоящий, да? Так сейчас бы прыг на него и покататься бы. Смотрите, какой чудесный слоник, друзья, громадный, 750 гривен. И не забываем, что вот еще один красавчик, который я реставрировал с такой тарелочкой, 650 гривен. Друзья, добавляются слоны. Слоны что? Хобот кверху, значит, к богатству. Сели и поскакали. Хотя они не скачут, да? Ну, вы поскачете с бабосиками. Так, 60 гривен, 78-й. Это современная, друзья, она идет в коробочке, она прекрасная, как вы видите, да, новенькая, муха не садилась. Так, вот эту, значит, и женщина заказала, потом переиграли на другую, друзья, мы снова, она вроде там набор взяла, да, она взяла дорогой набор. И вот уже там сумма была большая, и вот эту решили отложить. Вот эти раки, друзья. Если вы любите раков с пивом, вот это для вас. Или вы рак по гороскопу, это тоже для вас. Или вы любите, так, то уже другая, сказать, сказка. Так, вот 200 гривен, друзья. Да, это рыбы видел, это впервые у нас такое попалось. Цена для такой вещи мизерная, как вы понимаете. 79-й номер, 70 гривен. Вот такая вот интересная красота.
Люди покупают хрусталь, прям какой-то бум. Люди собирают, и не простой хрусталь. Покупают эксклюзивный дорогой хрусталь, друзья. Вот такие вот вещи, как вы понимаете, это редкость. Это может раз в жизни попасться, и все, и больше не встретится на вашем пути. Так, дальше. Смотрите, значит, серия детства, 80-й номер. Видите, собачка, клоун, все прекрасно. 50 гривен, друзья. Почему-то такие вот детские тарелочки там или всякие лисички стоят 50, 70, ну это у нас, а там еще дороже. Если взять OLX, можно купить и за 120. Да, вот такое прекрасное можно поставить, а можно своему ребеночку давать на нем какую-то кашку. Так, 3 штучки, 50 гривен. Так, друзья, немного эксклюзива, смотрите, видите, да? Вот такая ювелирная работа. Вот смотрите, вот это все оно паяется, видите? Вот это вот эти вот такие красоты. Вот в одном месте есть обрывчик. Видите, так вроде все везде прекрасно. Забыл, как оно называется, но я думаю, кто таким делом увлекается. Я думаю, такое поставить и такие кружевное поставить на стол, это будет что-то, да, наложить там чего-то, да даже тех же конфет или там каких-то сухарей или яблок. Да, видите, эксклюзив, друзья, такая громадина и сохранилась, как вы понимаете, в первозданном своем виде. Ну, здесь не видно, чтобы ее ремонтировали, значит, здесь и все прекрасно. Да, она чуть-чуть, ну, это, я думаю, ее вот выровнять, вот так вот прижал, и она станет все на свои места. Можно даже повесить, друзья, повесить такую красоту. Посмотрите, кружевное. Можно какую-то люстру сделать, да, тоже будет интересно. В общем, друзья, старинный эксклюзив. Оно же, как оно называется, с посеребрением вроде. Вот 650 гривен. Это, друзья, ну, как мы поставили самую минимальную цену. Так, 83-я, 100 гривен, салфетничка, вот видите, да, старый коростынь, первый сорт. Тоже интересно, когда-то они были по 50 гривен, сейчас все, меньше чем за 80 вы уже на опте не купите. Так, 150 гривен, вот это прекрасная, вот это голубка, значит, и вчера такое видео смотрел, о лебединой верности, значит, и лебедь, и лапа его запуталась, и задняя, у них всего две лапы, лапа запуталась в какую-то веревку, и там спасатель, а мужик с дрона увидел, с этого, с квадрокоптера. Вот, и, значит, вызвали спасателя, и спасали они. И вот эта самочка, лебедица, не на шаг от него, они их там двоих поймали. В общем, друзья, это и вправду оно такое. Она его не бросила, хотя там люди окружили. В общем, так интересно было, что да, вот видите, да, лебединая верность. А у нас, как говорится, один в беду попадет, второй переступит и пойдет. И пойдет дальше. Так что лебеди — это все правда, друзья. Лебединая верность, как говорится. Преданность, наверное, да? Не знаю, есть у них там любовь, нет. Ну, какие-то же чувства, наверное, есть. Так, вот такая, друзья, маленькая. Смотрите, сколько здесь плетения. Это, ну, это ж
Да, ну, так и говорят, это ювелирная работа. Видите, да, вот это все надо сидеть и плести. Да, вот можно драгоценности свои положить, там, где-то положить, и сюда там цепочки, кольца слаживать. Тоже, наверное, такая прекрасная вещица. 86-я. Тоже, друзья, китайский эксклюзив. Вот, видите, вот эти вот штучки. Это все проволочки, друзья. Это все с проволочки, эмали. Вот такая она, вот такая красота. Да, здесь вот чуть-чуть, видите, оно обсыпалось чуть-чуть в этом месте. Ну, я думаю, любым там замазал. Самое главное, что вот оно целое, друзья, 200 гривен. Старинная китайская красота. Это где-то ставить, тоже можно колечки ложить, да. Вот это уже с эмалями вешать, друзья, 100 гривен. У нас такое вроде по 200 что-то есть. Да, вот ценник, видите, 100 гривен. Вот такая красота повесить и любоваться. 87-й. 88-й. Вот такая конфетничка, наверное, 80 гривен, друзья. У нас еще вроде такая одна есть. Так, рыбка сегодня. Смотрите, какой приятный цвет. Значит, у нас есть... Мы когда-то, у нас было 10 штук, и человек вроде все купил с Киева. У нас есть штоф рыбка. Тут такая пробочка и с пробочкой. Это вот такая. Ну, смотрите, какой прекрасный цвет, да? Как они называются? Кои. Карповые. Из семейства карповых. Я, друзья, сам карпятник ловлю. Карпов ловлю. Есть видео... Видео на канале, в плейлисте «Рыбалка». Вот, кто любит такое, кто любит природу, в том году мы 2 раза выезжали на 3 суток, и все снимали, друзья, для вас, интересные моменты, интересные размышления. Так, дальше, 90-й, друзья, смотрите, вот такой комплектик. Видите, да, вот такой комплект, 200 гривен, друзья, 2 таких разных бокальчика. 91-й этого же цвета, 75 гривен, видите, вот эти вот все, все оно. И вот такой сегодняшний, смотрите, экземпляр, 92-й. 150 гривен, друзья. Вот такой уже получается комплектик. Но, к сожалению, нет пробочки. Но я думаю, у кого такие комплекты, они вряд ли, если разбилось, вряд ли они выкидывали пробочку. Вот это вот для вас, друзья. Если чего-то не хватает с этой серии, вы можете заказать. 93-й. Подсвечник на 3. На 3 свечечки, друзья, 200 гривен, вот там этикеточка, сколько он стоил, тоже, друзья, с тех времен. Он красивый, да, видите, как он сделан, и поставить 3 свечки будет, я думаю, прекрасно осветит вашу комнату. И если вы любите романтику, то же самое, это все украсит ваш досуг. Так, друзья, вот такая Япония. Япония 6-конечная, видите, да? Непонятно. Ну, какой-то, видно, был наборчик, друзья. 40 гривен такое эксклюзивное японское чудо. Видите, да, звезда Давида, как вы понимаете. Но это Япон. Япон... Бачите, да? Прекрасно. 3 штучки, друзья, по 40 гривен.
Так, 95-й, тарелочки, вот такой рисуночек, каменный брит, бачите, выдавлено прям в тесте, как мы говорим, 12 гривен, вот такой цветочек и Будды, Made in Будды, друзья, 4 штучки. 12 гривен, 97-й, такая деколь. Тоже Будды, 5 штучек. Большая, глубокая, 98-й, 12 гривен. Вот такая красота, 3 штучки. 99-й, вот такая деколька, Синельникова, 2 штучки, 15 гривен. Так, друзья, вот такие, смотрите, 4 штучки в коробочке. Это, друзья, Россия. Видите, вот такой эксклюзив, такая ножка. Нулячие 250 гривен. Значит, они стоят по 380 вроде в магазинчиках. Ну, я даже не знаю, есть сейчас такие, возят с России. Или нет, вот такая коробочка, видите, сейчас, вот написано, бачите, да, Made in Россия, вот так они стоят там, ну, прекрасные на вид, и прекрасный подарок, я думаю, за такую, ну, еще же надо учитывать скидочку, так что цена будет мизерная, как говорится. Так, 101 номер, вот такие кофейные пары, что это у нас такое, Барановка, друзья, по 25 гривен, 5 штучек, 102, вот такие ручные мазки, смотрите, какая красота, Светловодск, видите, первый сорт. Прекрасные, друзья, прекрасные, чайные, видите, прям вам видно эти ручные мазки. Прекрасный цветочек, забыл, как он называется, он довольно-таки распространенный. Вот, 50 гривен, друзья, одна штучка, 6 штук комплект. Так, 103 номер, вот, современщина, видите, но прекрасная, да, прекрасные такие тоже чайные пары, 55 гривен, друзья, смотрите, какие цветочки, ну да, если красивая вещь, ну, ее сразу, как говорится, видно породу. Так, 104, друзья, вот она. Смотрите, на трое деленная, вот такая вот маленькая, друзья, старинная, престаринная. Ну, цена, друзья, 250 гривен, как вы понимаете. Это уже коллекционная модель. 250 гривен, друзья, видите, да? Какая красота! Вот еще одна красота. Ну, друзья, досада. Видите, вот трещина. Так купили, друзья. 50 гривен. Кому для коллекции. Трещины вот эти, они убираются. Как вы знаете, есть такой какой-то... как убирают стекла на автомобильных стеклах. Вот такие трещины. Там какой-то есть наборчик. Покупаете его и все это дело убирается. Кому для коллекции, можете купить тоже эксклюзив, как вы понимаете. Да, может даже с каталога, не знаю. Ну, прекрасная. 50 гривен, друзья, 105 номер. 106 номер, друзья, вот такой наборчик. 6 таких прекрасных таких... чашечек, кружечек, как тут назвать, не знаю, 240 гривен.
Так, вот, друзья, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это я день назад рассказывал такое видео на ответы на вопросы. Вот, вот это, что человек за три дня выбрал. Выбрал себе, потом отказался. Мы не стали выкладывать ее фамилию, ее телефон, потому что я не предупредил. Теперь все такие случаи, которые будут, когда люди будут отказываться или еще что-то, есть такие, которых мы блокируем, которые очень надоедливые, которым нужно все до миллиметра там мерять, перемерять, наливать воду там, сколько грамм, в общем, все такое. Друзья, есть люди, которые не дают работать, мы их блокируем. Вот, мы всех предупредили, не обижайтесь, но вы занимаете драгоценные минуты, особенно в те моменты, когда выходит видео. Мы тратим на вас уйму времени, в конце концов имеем пшик. Так что вот так вот оно будет в дальнейшем. Ну, теперь давайте, вот, и вот этот человек купил, выставили... Повторяем еще раз. 107 номер, 70 гривен. Карамельное чудо, вроде я так говорил, 66 копеек. Снова 66 копеек. Так, 108. Вот таких у нас, наверное, штук 5 есть. Ну и сегодня одна приехала, вон я в загашниках. Что-то есть такое. Интересно, это стекло, друзья, но прекрасное. Карамелька, друзья, смотрите, карамелька, 100 гривен, 109 номер. Вот, тоже какая-то она старинная, у нее форма, смотрите, необычная. Может тоже она быть каталожная, мы не знаем, мы не заглядывали. Ну, прекрасная, как вы понимаете, да? 110, вот такая она зеленого цвета, 70 гривен. Смотрите, цена есть, вот 72 копейки. На трое деленное, друзья, тоже получается старинность. Так, стоп, это на три деленное, да, нижняя вроде, я смотрю, как больше там. Да, это уже получается другая, хотя цена... Цена 72 копейки. Видите, значит, и разные, в разное время, наверное, делали. А может, я что-то путаю. Ну, как-то так получается. Это на 3, видите, а та уже на больше. Может, как-то по-другому. Такой вот подсвечничек, смотрите. Керамика, 50 гривен. Этот, как он, ладья, 90 гривен, 112 номер. Тоже прекрасная, как вы понимаете, с нарезочкой. 111 номер, вот такая красота, друзья, 250 гривен. Видите, да? Тоже красавица. 100, ага, мы уже здесь запутались. 114 номер, вот такая вот красота, перебирались сегодня, нашли у себя ГДР, видите, да, такое вот блюдечко, значит, вот такое большое, 200 гривен, 115 номер. У нас, друзья, товар стоит в ящиках, мы даже не знаем, что там у нас осталось, потому что... Видео показали, нужно срочно там убрать, и что-то там осталось, раз, поскидывали в ящик, потому что бывает, что и по два видео в день снимается. Так, вот такое блюдо, как вы поняли, 200 гривен, да, прекрасный рисуночек. И вот такое глубокое, то же самое 200 гривен, 116 номер. И тарелочки, то же самое, Германия, 70 гривен, 117 номер. Прекрасно, если честно сказать, я и не помню эти цветы, как-то вот уже у меня оно вылетело с головы.
Так, друзья, вот такой сегодня показик. 117 всего позиций. Небольшой. Всех еще вас и с праздником. Значит, видео выходит утром. Допоздна, друзья, принимаем. Принимаем заказики. А там окажется еще один день, пятница. И снова, друзья, на барахолочку. Приглашайте в гости, будем покупать, будем договариваться, будем обмениваться, и такая услуга у нас есть. Мы даже меняем товар на свою продукцию. Вот, так что подписывайтесь, поменяли название канала, уже канал не Барахолка в 58, а канал, как и планировалось, называется «Барахолка в магазине». Потому что скоро 59 лет, и пришлось бы как или название менять, или, в общем, думали. То у нас и шло две барахолки. Я снимал на рынке под одними номерами, потом начал снимать «Барахолка в магазине». Пока мы с ней сравнялись, вот мы теперь переходим на наше название. Вот ребенок поменял сегодня. И теперь сделаем шапочку. Так что подписывайтесь и ждите новое видео, друзья. Всем здоровья, всем счастья. Кто любит купаться 19-го... числа. У меня тоже праздник. У меня сын родился 19 января. И сейчас он в Польше. Ну, тоже будет праздник. Ну, как мы празднуем? Тортик там или пиццу или что-то еще. Спиртное мы не пьем. Там, может, с пипеточки что-то себе накапаем. И все. Так что, друзья, всем здоровья, всем счастья и всем удачи. Всем до свидания, ждите новое видео.